I never dreamed I knew somebody like you. No, no one fall in love. Yeah! No, no one fall in love with you. Кажется, это видео знают все. Кавер-версию на знаменитый хит Wicked Game делал едва ли не каждый исполнитель, и группа Stone Sour, и Кори Тейлор, и группа Him. Но именно Антон Беляев исполнил его так, что вся страна от Магадана до Калининграда выучила слова и его имя. Антон Беляев, группа Termates. Мы приехали в студию звукозаписи Игоря Матвиенко, где Termates репетируют в преддверии концерта и пишут новый материал. Нам, кстати, даже удалось послушать свежие композиции, не вошедшие в альбом. Смотреть на тем, как создается фирменное звучание, процесс поистине увлекательный. Над каждым треком работает целая команда, и судя по атмосфере на студии, им это действительно нравится. Это видно и со стороны, и по конечному результату, ведь по российским меркам Termates делают невероятные записи и создают абсолютно новое звучание. Ну, в общем, слушайте сами. Антон Беляев родился в Магадане. В 5 лет мама предложила помимо учебы в школе заняться чем-то еще. И выбор был сделан, конечно, незамедлительно. Музыкальная школа, класс фортепиано. Потом было музыкальное училище, взросление, разные и не всегда хорошие компании. Ну а после школы переезд в Хабаровск и поступление в институт. Я приехал в такое сложное для себя время. Из Магадана меня, в общем-то, мама депортировала практически в Хабаровск, где жила моя сестра на тот момент. Я в Магадане был, в общем-то, такой мальчик-вундеркинд, быстро очень играл на пианино, ездил на конкурсы, там, грамоты всякие, места, ну, в общем, такой заметный успех, как бы, для ребенка. Вот, и я приехал в институт, пришел, значит, на вступительный экзамен, было понятно, что русский я навряд ли сдам. Я пошел сразу к завкафедры и сел, ну и так, это было после самолета, там, такой я весь неуверенный, ну, перепуганный. В общем, что-то поиграл ему, ну, так, объективно, достаточно неплохо. Ну, при том, что я не мыслил своей жизни абсолютно без фортепиано, и как бы все время это, ну, там, чем бы я ни занимался, и куда бы меня ни заводила там кривая, я все равно, фортепиано было в моей жизни. И тут Мичел говорит просто, да у нас все так играют. И что?
ну, может быть, на трубу тебя возьмем. Я расстроился, курил, значит, на крылечке, познакомился со своим первым барабанщиком, и мы пошли, какой-то сняли класс небольшой, чтобы позаниматься там, ну, как бы пошалить. В общем, сели и начали играть, и что-то очень сильно увлеклись. И в какой-то момент дверь открылась, заглянул ректор, он сказал: «Кто такие?» «Ну, мы вот там поступаем на эстрадное». Он говорит: «Все, вы приняты!» То есть, ну, видимо, что-то он там за дверью услышал такое, что на него произвело впечатление, и меня с барабанщиком приняли. Кстати, именно с этим барабанщиком они начали играть. Сначала в университетских кабинетах, ну а потом постепенно к ним потянулись другие участники. Общительность и желание концентрировать вокруг себя талантливых музыкантов, постоянные джемы, выступления – все это привело к мысли о создании группы. Группа как таковая без названия, в общем-то, появилась мгновенно, потому что вот как только я встретил первого барабанщика, который мог немножко играть, сразу же образовалась группа, то есть сразу начали подтягиваться люди, там мы начали что-то играть, так продолжалось, в общем-то, по-моему, до 2004 года, там менялись какие-то составы, и вот в 2004 году или 2005, никто не помнит на самом деле, просто нужно было название. То есть не было такой идеи, что вот мы там коллектив. В 2004-м мы просто придумали название, потому что нужно было название. Оно абсолютно, в общем-то, бессмысленное. Если ты родился в Магадане и там живешь в Хабаровске или в Владивостоке, и вроде у тебя получается, но что-то там делать, тебе кажется, что надо, чтобы это больше людей услышало. Мне кажется, 99,9 музыкантов решают, что надо переезжать в Москву. То есть все там хотят переехать в Москву и что-то вот начать делать. Основная мысль от бывалых там знатных таких персонажей музыкальных, это о том, что да там таких, как там солить, что вернешься через полгода с поджатым хвостом, типа там. Вот, поэтому это все, конечно, давит, и денежный вопрос тоже не последний, в общем-то, потому что мы переезжали достаточно сложно. Переехали сперва басист мой с гитаристом в Москву, тут вообще просто в нищете находились. Я заканчивал работу во Владивостоке, причем там все складывалось так, чтобы просто остаться. Ну, на меня много там давило всяких обстоятельств, это был вообще такой психологически, наверное, один из самых сложных моментов в моей жизни. В 2006-м Беляев переезжает в Москву, работает над аранжировками для разных исполнителей и ищет возможности для продвижения Термейтс. Но оказаться в столице было проще, чем зацепиться, и тем более, чем достичь каких-либо успехов. Ты в одном интервью говоришь: у тебя ничего нет, но ты подъезжаешь на крутой машине, весь накрахмаленный. Привет, как дела? У меня все отлично, а на самом деле потом едешь есть доширак за углом. Ну да, да. Вот зачем пыль пускать в глаза? Ну, потому что есть же, мы же все знаем эту поговорку, то, что встречают по одежке. Это очень просто. Тем более, ну, мы не в той немножко области работаем, где в первую очередь важны твои интеллектуальные какие-то способности. Тут все равно все смотрят, как ты дверь открыл, грубо говоря. Потом уже начинают разбираться. Просто, ну, я считаю, что это такой распространенный достаточно прием. Все это делают каждый день. Где-то что-то немножко так преувеличивают, чтобы, ну, не выглядеть такими лохами уж совсем. Да? У вас работало? Абсолютно. Мгновенное появление, в четком образе совершенно. Ты делаешь свое дело при этом хорошо. Как бы пум-пум-пум, все, исчез. Вы за углом вышел из машины, пересел на велосипед и дальше погнал. Допустим, ситуацию там какую-нибудь. Я, например, хочу написать там для кого-то трек, там, да, какое-то кино. Вот там компания. Вот мы приходим примерно в такое помещение. Сидят какие-то люди. Они тут понаставляли там бенты свои вокруг. Там что-то звонят по телефону. Я вышел на Первомайской из дома, дошел до метро, сел в метро, там перепутал 3 раза станцию, доехал. Тут, оказывается, метро черти знает где. Я по пыльной дороге, пешком. В общем, я захожу сюда с рюкзаком, такой: «Здрасте, я вот буду там аранжировку вам делать». Ну, как бы, понятно же, что вероятность больше, если ты... Все, ну, как бы нету лишнего какого-то внимания к себе в ненужных каких-то деталях. То есть я убиваюсь, и вот я сегодня закончил работать в 3 ночи, и сейчас пришел, я буду до 4 опять здесь. Мне некогда вникать в проблемы этих мальчиков с рюкзаками, которые будут идти пешком ко мне там откуда-то. Да, все понятно, я, в смысле, к ним не отношусь хуже от этого, но просто это немножко меня отвлекает как бы от главного.
И мне кажется, что я это понял вот по ту сторону и пытался как бы, ну, просто быть в глазах тех людей, с которыми хотел работать, быть, ну, более элементарным, как бы, то есть в их поле находиться. Ну а дальше начинается яркая телевизионная история Антона Беляева, проект «Голос». Именно там он исполнил знаменитый кавер «Wicked Game» и привлек к проекту «Термейтс» внимание огромной аудитории Первого канала. Это не было, знаешь, мы там не собирали комсомольское собрание, там, вот, кто у нас пойдет на «Голос», там, Антон, давайте пошлем. Ну, как бы, просто это было очевидно, мы дошли до определенного, ну, этапа развития, после которого ничего уже не могло, я должен был быть либо при деньгах, либо там при каких-то, ну, в общем, нужен был рычаг просто. Сработало на самом деле чрезмерно как-то. Мы еле выжили после того, как случился первый эфир. Потому что, ну, такое количество входящих данных обработать просто невозможно. Первые какие-то там месяцы просто, ну, мы не привыкли в таком режиме. То есть это мы звоним обычно и говорим, там вот у нас группа, там вот жена моя, например, она как бы нам очень сильно помогала на начальном этапе, просто вот за счет там каких-то знакомых своих, там эти, знаете, с микса там друзья, там где-то там тусовались, говорит, вот у меня муж там, типа, там играет, может, послушаете. То есть, ну, как бы, вот мы вот так это делали. То есть все как-то... А тут начался поток входящих данных, которые просто надо было успевать обрабатывать. То же самое с прессой, то же самое с концертами. Там. Ну, то есть это невозможно. Мы чуть с ума не сошли. Пока находясь, ну, находился, ну, как бы внизу пищевой цепочки до канала, у меня, естественно, тоже было представление о том, что, о боже, какие контракты бешеные, там, они в рабство нас хотят забрать. Только ты проникаешь в кухню в саму, ты понимаешь, что там это просто не нужно. Если оно будет купленным и неинтересным, ну, по определению уже, то есть там исчезнет эта динамика, «Голос» — это шоу про эмоции, это же не про певцов там. То есть как только там начнется вот это вот между собойчик, там этот вот тут ко мне пришел, а этот там толпик, я знаю, что такие предложения происходят, то есть и перед кастингом, в общем-то, происходит сумасшествие определенное, люди пытаются предлагать денег, но один раз видел реакцию Аксюты на подобный вот вброс. После того, что я видел, я совершенно уверен, что там ни одной копейки ни у кого не взяли. То, что сейчас происходит с группой, это успех? Я сейчас должен сказать, что я талантливый бездельник, или... Ну, просто я думаю, что это совокупность каких-то данностей. Если бы я был больше предназначен для там... физического труда тяжело, то я навряд ли бы добился таких успехов в музыке. То есть, наверное, что-то есть все-таки, что мне, ну, от природы помогает этим заниматься. Но в то же время, я думаю, это невозможно было бы без жертв с моей стороны. Вот, потому что, ну, ничего не делая, все равно, ну, невозможно добиться результата никакого. Мне кажется, наша мания величия намного больше. Вот, но да, относительно того, что было с нами там 4 года назад, когда группа не существовала, в принципе, существовала только в папке компьютера моего, и там 2 года назад, когда мы, ну, добились каких-то успехов в Москве, сейчас, да, успех. Close to me.
Меня зовут Антон Беляев, Термейтс, Плеханов ТВ. Всем привет. We'll be right back.